Как было сказано, среди промышленных районов по явке лидирует Ленский район. Там проголосовали более 63% избирателей. Все подробности в репортаже наших коллег. По данным, на 17 часов вечера проголосовало 22 тысячи ленчан, что составляет 63,5% от общего числа избирателей. Среди промышленной группы районов республики это второе место после Алекминского улуса. Очень активную позицию занимает город Ленск. У нас 65% проголосовало. Вот. Самые активные у нас поселения, как обычно, лидируют. Это у нас Бесчинчинский наслег, Наторинский наслег, Мурбайский, Салдыкельский. Там очень активную позицию принимают в выборах жители поселений. Также члены избирательных комиссий продолжают объезжать горожан, которые находятся на суточных дежурствах и не могут посетить участки лично. Чуть меньше часа остается до закрытия избирательных участков. И у Ленска есть шанс побить потолок явки прошлых двух голосований. Напомню, в 2008 году это было 68%, в 2012 – 64%. До конца голосования остался час. Мы выбираем будущее нашей страны. Приходите, проголосуйте, кто еще не подошел. От вас зависит наше будущее. Приходите. Уважаемые избиратели, приходите, пожалуйста, голосовать. Осталось всего час времени, чтобы вы могли сделать свой выбор. Перед нами будущее страны. Пожалуйста, приходите. Будущее нашей страны, будущее наших детей, внуков. Мы ждем вас на избирательных участках. После закрытия участков в 20:00 начнется подсчет голосов, который продлится до глубокой ночи. Далее данные будут переданы в республиканский ЦИК, затем в московский. А 19 марта будут обнародованы предварительные итоги выборов президента Российской Федерации. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.